Всем привет, с вами Реанор и прекраснейшее вам настроение. Итак, это микрообзор, посвященный моду, да, моду для модов, так называемый модуль-менеджер. Модуль-менеджер нужен для того, чтобы различные моды, да, можно было переписывать конфигурационные файлы делать. И некоторые моды прям специально рекомендуемы, да, для установки с этим вот модуль-менеджером, такой вот микро-микрообзор. Можно писать свои конфиги, ссылка будет на описание мода. Рассказывать я, как это делается, я не буду, потому что если я вам расскажу, буду рассказывать об этом, ну, вам проще будет понять, если вы действительно в этом соображаете, да, вам нужно будет пройти по ссылочке, и там будет прекрасно описание синтаксиса, конфигов и тому подобных вещей. То есть, если вы в этом не шарите, то даже и не суетесь. А если вы в этом шарите, то вы очень легко и просто разберетесь с описанием. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Реанор. Пока-пока и счастья вашему дому. До следующих серий.